Елена Зерновая-Полищук рисует с 3 лет. Сначала это были просто зарисовки на различные темы. К 19 годам выработала индивидуальный стиль. Когда-то даже я хотела начать учиться этому, скажем так, посвятить жизнь именно искусству, но когда я пришла со своими работами к нескольким художникам, они сказали, что не надо портить то, что есть. Возможно, ты когда-то изобретешь что-то свое. Несмотря на увлечение искусством, Елена работает в банке. Именно работа и окружающие ее люди вдохновляют автора на написание картин. В основном рисуют женщин. Женщины зачастую проявляют больше эмоций, особенно когда они негативные. И они как-то более позволяют себе открыться, а именно поэтому обнаженность. Ну и плюс ко всему красота женского тела всем нравится. При написании картин используют гелевые или масляные ручки, простые карандаши. Говорит, благодаря этим материалам удается прорисовывать все до малейших деталей. Работы Елены сложно отнести к какому-то направлению искусства, говорят специалисты. Впрочем, большинство работ подходят под описание стиля арт-брют – искусство душевнобольных или художников-непрофессионалов, которые отвергают законы живописи. Работы очень яркие, работы очень необычные. Это не простые какие-то пейзажи и натюрморты. Это работы, которые требуют вдумчивости. Каждый человек воспринимает каждую работу по-своему, то есть не будет одного мнения. В последнее время Елена все чаще использует яркие тона в своих работах. Говорит, старается видеть в окружающем мире только хорошее. Ирина Погорена, Юрий Васильченко, ТВ5.